мы работаем на любую руку. Она, тебе главное вот отсюда ее подзабрать. Вот, вот так, руку на руку положить. А дальше ты, вот она, рука заходит. И локоть главное увести вот, вот сюда, да. Вот здесь как бы он, вытаскивай. Вот здесь как бы он не разворачивался, мне главное не дать ему вытащить локоть. И то же самое в другую сторону. Оп, взял я, да? Вот здесь вот как я буду тянуть? Я ее не буду ломать сразу туда. Ты корпусом ногами как-то уходишь, да, туда вот. Я поддам, во-первых, постараюсь оторвать от штанины от своей, от руки, чтобы он, то есть, потерял вот эту дополнительную точку. Раз, ногой, все, подернул. А теперь я буду уводить. Раз, видишь, а теперь я буду уводить руку так, чтобы она максимально, то есть, она вот, в этот, вот здесь вот, она минимум работает, минимум. Минимум он ее держит, фиксирует. Вот здесь он ее максимально контролирует, как бы, понимаешь? Вот здесь мне будет сложно, сложнее ее отломать. Напряги, напряги руку. Сложнее. Если я увожу ее вот сюда, вот она, уже она, дальше она захрустит. Вот сейчас она уже на пределе была. То есть вот здесь я работаю по шлангочку. Вот здесь мне ее сложно отломать. Вот здесь я буду либо поднимать его и уводить вот сюда. А вот опасность, он может на тебя, может, да? Может, может. А как вот, здесь... у меня вот чаще всего бывает, что он на меня залазит. А как вот ног твоя, как ты контролируешь. А лучше тогда, если уводит, вот сюда и уводит. Вот, вот здесь. Руки прижать, а где-то чуть раз туда дальше, и все, и зафиксировал ее там, все, прижал. А вот здесь вот уже подзабрал, и все, вот она пошла. Вот здесь много не надо даже, видишь, она отключена уже рука. Вот, вот, поднимаешь уже больно.